Две золотые и три серебряные медали завоевали анапские спортсмены на всероссийских соревнованиях по роллер-спорту в Самаре. Анапчане в составе сборной Краснодарского края приняли участие во всероссийских соревнованиях на территории лыжи-роллерного комплекса Самарской области «Спортивная школа «Чайка»» в Самаре и показали впечатляющие результаты. В этом году в соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из 21 региона России – Москва, Санкт-Петербург, Самарская, Иркутская, Тюменская, Пензенская, Ивановская, Московская, Владимирская, Волгоградская области, Приморский край, Республика Крым, Краснодарский край и другие. Некоторые регионы принимали участие в соревнованиях такого высокого уровня впервые. В жесткой схватке с сильнейшими роллеры Анапы, представлявшие Краснодарский край, завоевали в общей сложности 2 золотых, 3 серебряных медали, а также 2 четвертых места. Дисциплина спринт 100 метров, первое место Таисия Нудненко, второе место София Нудненко, второе место Руслан Хисамуддинов. Дисциплина спринт 1 километр, первое место Руслан Хисамуддинов, второе место Таисия Нудненко. А партнер сегодняшнего выпуска – ресторанный комплекс «Шамси Холл». Если вы ищете идеальное место для проведения своего торжества, ресторанный комплекс «Шамси Холл» – это идеальный выбор. Комплекс предлагает несколько банкетных залов, каждый из которых обладает красивым интерьером и просторной площадью. «Шамси Холл» отличается изысканной кухней и профессионалами своего дела. Коллектив комплекса поможет провести ваш праздник на высоте.